Необычная выставка открылась в Музее минералов. Автор экспозиции Татьяна Громыко представила более 120 произведений в разных жанрах. Зрители увидели живопись, графику, текстиль, фарфор, а также дефиле юных ангарчанок в одежде, украшенной ручной вышивкой. Экспонаты на выставку представил и супруг Татьяны Громыко Юрий Дубинок, который называет себя свободным философом. Экспозиция проходит в рамках проекта «Художник и философ». Таких проектов в России еще не было. И вот мы соединили художника и философа, чтобы не просто смотреть и красотой как бы улучшать мир, себя улучшать, конечно, а еще и плюс мыслями своими, чувствами и уже умом, так сказать, понимать, что происходит, что нам делать и спасет ли мир одна красота. Татьяна Громыко – участница более 100 выставок, как городского, так и международного формата. Экспозиция открыта до 11 апреля.